А перед началом ролика хочу порекомендовать вам канал Прокоп. У него пока что мало подписчиков, но вы можете все исправить, если перейдете по ссылке в описании и подпишитесь на его канал. Он снимает классные видео, будет в будущем еще много видео у него наверняка. Так что подписывайтесь на его канал, ставьте ему лайки. Ну а мы начинаем. А где же эта тоника? Всем привет, с вами Крип. И сегодня, так, у нас такое 24 сентября. Мы начинаем снимать видео о том, как я буду красить свои волосы. Вот. И мне, наверное, буду красить челку. То есть вот. И, возможно, еще несколько прядей где-нибудь. Ну, по всей голове, может, несколько прядей. Вот. Какой цвет, я не знаю пока что. Но у меня, кстати, есть вот такая вот тоника. Тоника. Оттеночный бальзам для волос, для креатина. Так, да ладно. 5.13, Cyan Blue. Это вроде бы, ну, вышла эта линейка, вроде бы, год назад где-то, и год назад именно я покупал. Так, у меня там котенок шумит. Ну-ка. Эй. Че, дурак? Так-то лучше. Итак. Да, не обращайте внимания, что у меня Minecraft Story мод на футболке, ладно. Короче, я красился туникой, если вы можете помнить, летом 2019 года. Но получился, я не осветлялся, да? И на моих волосах получился не голубой, а зеленый. Красился я два раза, так, типа, первый раз я покрасился. Было зеленый, получается, получился, да? И на следующий день он смылся, там вот просто несколько полос осталось зеленых, как бы. И мне пришлось краситься еще раз. Тогда уже был эффект, как вот на видосах, тогда я видосы снимал. С этим, с именно после второго раза вот я снимал видосы. Можете там видеть, например, фильм «Древнее зло», там вот я с крашенными волосами. Вот. И потом, ну, после того, как я помыл голову, после второго окрашивания, у меня все смылось нафиг. Вот. Так, получается. Ага. У меня все смылось такой в остаточный цвет, а именно был такой сероватый какой-то, серо-синий. И с этим серо-синим я ходил тоже недолго, после еще одного помыва головы, он тоже смылся. То есть, хотя тут написано, что смывается шампунем через 10 применений. Почему? Я красил голову два раза, и у меня смылось полностью смылось со второго раза. Короче, этой тоникой я навряд ли буду краситься, хоть и жалко, конечно, потому что там еще половина где-то, наверное. Короче, ребят, я, наверное, буду осветляться, но я еще не знаю. Может, буду, может, не буду. Сегодня, значит, мы поедем после школы. Я пойду к бабушке, туда приедет моя сестра, на другом населенном пункте живет. Сестра Даша, вы ее знаете по роликам, многим, да, она снималась, вот. Мы пойдем в Магнит Косметик, скорее всего, да, и пойдем покупать какую-нибудь тонику и, скорее всего, осветлитель. Вот, у меня на все это есть 400 рублей, я оставил 400 рублей на это все. Не знаю, хватит, не хватит, может, придется добавлять. Ну, вообще, тоника, она стоит рублей 180 максимум, мне кажется. А так 150, наверное. Вот. Ну, осветлитель тоже не дороже 200 рублей. Вроде бы. Ну, там, не знаю, короче. Посмотрим, ребят.
снимать я это, наверное, не буду в магните, там, косметики, не знаю. Буду, не буду снимать, вот. И да, не переключайтесь, все будет, скоро эффект. Надеюсь. Вот. Ну, в общем, на этом пока что все. Скоро я пойду в школу, сейчас 8 утра, кстати. Пойду скоро в школу и, в общем, скоро будем часть. Вот такую краску осветлитель я купил. В комплекте шла сама краска, перчатки, инструкция, блонд-активатор и сыворотка. Что там, оксиды, ну что-то типа этого. Вот. Желто-белое. Если будет желтое, то есть бальзам от желтизны. На всякий. Сейчас буду смывать. Буквально вот пока воду навожу, все будет уже готово. Держать не больше 45 минут. Уже прошло где-то 30. 40 уже почти прошло минут. Думаю, хватит уже. Вот. Пока навожу, будет как раз 45 минут. И посмотрим на результат. Итак, ребят, в общем, вот результат. Можно, например, вот так вот сделать, как-то попробовать на две стороны. Её... Конечно, с ним будет выглядеть. То есть на две стороны, но это, наверное, будет, наверное, вообще очень фигово выглядеть. Мне это не идет, тем более я сейчас ничего не вижу, как я это сделал. Надо перед зеркалом все делать. Вот, в принципе. Вот, может, назад. Ну, я на бок как-то пока что буду так ходить надо. В общем, сначала, когда мы осветлили, я смыл, да, в ванне, через 40 минут где-то получается. Короче, у меня был желтый сначала, прям вот реально была такая желтизна, она, в принципе, сейчас вроде бы есть, но не сильно. А сначала я был как цыпленок желтый просто. Вот тут. Был прям желтый, ребят, вот. И, в общем, потом там был бальзам же от желтизны, я им помыл голову, он прям, этот бальзам был цветом голубой, он прям реально был, даже не голубой, а синий прям. Вот, смыл, и все, вроде бы желтизна прошла. В принципе, результат вроде бы нормальный, тоника я не буду, наверное, краситься, нафиг надо. Вот. Ну, в общем, на этом все, ребят. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Пишите в комментариях, нравится вам или нет, идет ли мне или нет. Вот, у нас с вами был Крип. Всем пока.